Так, ну что ж, друзья, врываемся мы на третью карту матча One Win против Просто. Третья решающая, даст 2. Здесь в защите начинает One Win, и Просто само собой будут атаковать. Напоминаю, что студия Майнкаст, у микрофона Dead Dice, 3 плюс дома, поэтому если какие-то технические неполадки, то сорян, как говорится. Так, Трэвис, уже Димасика находит, World Edit есть в размене. Ну и Вайлендер, по-моему, нижнюю темку услышал, да, легкий хедшот ставит. И большинство оформляют для своей команды. Но Тони Блэк мгновенно уравнивает шансы. Минус World Edit. Ну и через темку нижнюю будут заходить. Давкост вместе со Стариксом. Вайлендер контролит еще и Давкоста дополнительно. Ну и Старикс там сам находится на 18 хп. Поэтому, сами понимаете, задача просто impossible для Старикса. Хотя вот одну голову нашел по никельбэку. Сейчас, возможно, еще какой-то шальной хедшотик. И Киндер, он, по-моему, уже не знает о его местонахождении, но и машину будет сложновато. Да, Диккиндер и сам справляется, в принципе, с плента делал хороший стрейф. 1-0, просто выходит вперед. Напоминаю, что эти команды разменялись пиками. Просто забрали выбор команды One Win Train. Далее One Win забирает выбор команды Просто, это Мираж. И сейчас Decider, это да, второй. Друзья, пишите, кстати, за кого болеете, за кого топите, возможно, даже на кого ставили. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут по коэффициентам. На Просто 1.63 и 2.19 на коллектив One Win. Дает GGBet. Поэтому, кто хочет, обязательно залетаем, юзаем промик. И используем баннер под стримом. Не забываем. Забываем об этом. Так, тут пока что 3 дабл килл, точнее, делает у нас World Edit. В этот же момент Давкос тоже отвечает даблкиллом своим. Бомба выпадает. Зато подбирается Калашик. Ну и 2 в 2. 2 в 2. В принципе, шансы неплохие. Трэвис через Титаник будет заходить в темку. И, судя по всему, должен стать какой-то маленькой неожиданностью для своих визави. Давкос слышит, как дропается бомба. Ну, Давкос тут юспом явно нельзя отыгрывать. Здесь надо прям до конца брать свой скаут и пытаться что-то делать интересное. Трэвис. Ну, никельбека может и подловить. На самом деле, какой хедшот ставит Трэвис. И ожидает еще в плате Димасика Трэвис. Вот тебе и выход с темки. Вот него. Шикарно сыграно. Ну и, конечно, Давкос тоже львиную долю работы сделал. Напоминаю, друзья, ситуация 2 в 4 была. Всего лишь скаут и дигл на руках оставались. Где One Win. И они смогли реализовать эту ситуацию. 1-1. 1-1. Ну, хотя просто поставили бомбу, скорее всего. Будут делать также форс, там 4.5 и World Edit. Калашик дропает еще и никельбэк. Ну, 3 калаша как минимум должны появляться. Хотя вот World Edit. Кстати, друзья, это первая ЗГшка за сегодняшний день, которую я наблюдаю. Ну, в целом, просто слишком сильно выглядит. Пока что бай, вот Давкост вообще авик приобретает. Тоже не дурно. Тоже не дурно. Глядим, как он будет с ним действовать. Пока что длину будет просматривать. Но именно с плента будет действовать. И Киндер. Трэвис. Так, и Киндер уже Старикса подловил. Минус один девайс в рядах One Win. Так, ну и просто. Медленно, судя по всему, решают доиграть. Хотя, кстати, дефускиты было бы неплохо подобрать Трэвису. Как раз они вот не так далеко от него находятся. Трэвис. Димасик. Ну, Димасик идеальную позицию имеет. Трэвиса здесь шансов просто не оставалось. Пропли замечает еще всю эту движуху, которая идет под шорт. Давкост ошибается. Ну что, на КТ надо уходить. Давкост машину чекает. Но сейчас ослеплен Пропли. Галила нашивает по World Edit. Ну и в целом форс на форс, судя по всему, происходит у нас. Да, Давкост тоже вынужден уходить. Пускай-то еще подбирает. Ну и в это время на Титанике уже Тони Блэк с МПшкой. Так, Давкост. Засейвит или авик? Вот, наверное, в чем главный вопрос. Нет, авик никто ему засейвить, конечно же, не даст. Спалил он как раз еще и свое местоположение. Сейчас АВП будет подбираться игроками просто. Ну и, наверное, в очередной раз форс надо будет делать One Win'ом. Поскольку экономики там не будет, по 1400 им даст. Сами понимаете, ситуация далеко не наилучшая для дефенса. В идеале Тони Блэку вот забрать сейчас World Edit, подобрать его... Нет, не подберет, он уже СГ. Понимает Тони Блэк. Еще лишь бы от Димасика не умереть. Ну, успевает хотя бы засейвить свою жизнь уже неплохо. Так, One Win. Два игрока имеют по 1400. Там Трэвис, Давкост. Мы должны, наверное, принимать решение все-таки форсить, да? Да, конечно же, форс.
конечно же, Форс. Так, ну просто. Но сейчас, если выигрывают этот раунд тоже, то вполне получится комфортный счет. 4-1 в атаке. Сначала. Так, Тони Блэк минус Киндер. Но в любом случае уже размен 2 в 1 произошел. Там Тони Блэк на 24 хп. Димас, в принципе, хоть 100 бы было. Там хедшот залетает с калаша. Никельбэк забирает еще и давкосты. Ну и на этот раз просто безошибочно действует. Что не может, конечно, не радовать фанатов этой команды. Старикс. Бомба ставится, ну Стариксу что здесь делать? Ну в идеале Никельбека, конечно, найти, но сами понимаете, там Никельбек готов к такой встрече жаркой. Так, ну и Старикс тоже сам особо не торопится куда-то выдвигаться. 3-1, 3-1, друзья, просто все-таки заполучили то самое преимущество, о котором они думали уже после выигранной пистолетки первой. Но допустили некоторые ошибки, отдали форсик, но далее показывают, что в атаке просто хороши. По крайней мере, на дасте втором. Еще 1-3, следующий эко. Ну, что там по кэфам, интересно, происходит вообще. 3.79 уже на One Win. А напоминаю, предыдущий раунд, раз точнее, это кэфы были 2. И на 1.7. Так, даст изи просто. Ну, поглядим. Пока что, на самом деле, у них, ну, неплохо получается. На дасте. Другое дело, что еще до полноценных девайсов One Win особо не добирались. Лишь один раз после выигранного форса, но это, наверное, в расчет даже брать нельзя. Поскольку совсем по-другому команда действует на фулбая и против форса. Так, вот и Трэвис забирает Вайлендера. С Юспа вместе со Стариксом затыкали, судя по всему. Так, Трэвис. Морик подобрал, на Димасика закинул. Димасик еще подбирает. Забавно получается. Димасик. Там Трэвис просто в огне находится. Пытался, судя по всему, украсть калаш. Но превратился сам в уголь. По итогу Димасик забирает еще и давкоста. Ну и Никельбек ожидает поджима с Б-сайта. Забирает еще и Тони Блэка. И последний Старикс, в принципе, с 5-7, что в предыдущем раунде, что сейчас последним остается в живых. И World Edit на дигле буквально готовы ее принимать. Уже там прострелы какие-то должны будут залетать через дабл дор. Но нет, Старик, кстати, уносит ноги. Не решает он так быстро прощаться с жизнью. Никельбека еще может, возможно, по таймингу кому-то, если прям сложится хорошо, то Старикс еще сможет фраг сделать, но как-то я сильно в этом сомневаюсь. Транса лагает. Я в курсе. Потери пакетов из-за интернета, друзья. Зевс научил ли Киндера? Ну, судя по всему, да. Если вы про тот мемчик с симплом. Так, Старикс. Поцелит ли армор? Ну, кстати, на него из просто никто особо-то и не открывается. Поэтому вполне неплохо все складывается. Да, Старикс с армором. В принципе, сейчас кольт себе закупит. По гранатам тоже все будет у него замечательно. Тони Блэк на ауге. Ну и давкост. АВП без армора, скорее всего, себе прикупит. Да, $300 у него остается. Еще смачок сейчас какой-то залетит. И, в принципе, все неплохо выглядит для One Win. Так, проплех. Хаешка залетает, но пока что никто урона не уносит. Тони Блэк. Проплех минус Екиндер. Энтрифраг для дефенса наконец-то имеется. И Тони Блэк забирает еще и Вайлендера. Ну, там Тёмка полностью похоронена была сейчас с выпадами. Проприха и Тони Блэка. Никельбэк. По лангу движется. Ну, кстати,
кстати, с размен с Трэвисом произошел, но в целом этого особо импакта не вносит. Учитывая, что Дамкост еще на контроле рекламы Икара находится. Так, Дамкост. Ну, такой раунд уже, я не знаю, OneWin, если вот такое отдадут, то можно ливать. Можно ливать, это абсолютно точно, это я прям ответственно заявляю, что если 2 в 4 сейчас проигрывается, то просто там, не знаю, сейчас в долину будут закрывать. Поэтому OneWin надо подсобраться и просто закончить раунд без особых потерь. Хотя бы, чтобы 3 где-то человека выжило, тогда будет прям хорошо для OneWin, чтобы какая-то хотя бы экономика появилась. Так, Старикс, тайминговый смачок прокидывает, World вынужден просто отходить обратно. Но никербэк, а пол хп... Настреливать, само собой, не торопится. Еще и хаешка отлично излетает. Старикс еще и смоки зашивает по никельбеку. Ну и проплех минус World Edit делает. Ну что, второй авик будет ли подбираться? Нет, все-таки решили два калаша себе ставить. Аук и Дамкост на авике, само собой. Так, ну и OneWin. Раунд выиграли, но с другой стороны сейчас экономика у них слаба, откровенно. Там 3000 у Старикса только есть, и до Коста 2. Старик забирает его уже Димасик, агрессия под лонг пока что не оправдана. Хотя вот Борика Трэвиса. Трэвис даблкил уже делает. Неплохо пока что действует этот парень. Никельбэк минус Довкост здесь размен. Авик пока что молчит у дефенса. Трэвис. Никельбэк уже с лонга, он через шот пробрался и с планта уже настреливал по итогу. Ну что, Тони Блэк и Проплих. Два воина. Проплех в ухо получает от никельбека. Это 2-5, друзья. Раунд взяли, раунд отдали. Как бы особо неприятностей OneWin пока что не доставляют просто на этой карте. Ну что, экономический. Форсы все делать точно нельзя. Поскольку загонят себя просто в такую яму, из которой потом будет сложно выбраться, вплоть там, я не знаю, пока просто первую половину не возьму, то есть до 8 раундов. Поэтому да, благоразумное решение. Приобретается парочку пистолетов, один армор у Тони Блэка, смачок, и со счета 6-2 уже потом будут играть на полную силу. Димасик, 98 хп теряет уже от прострелов Тони Блэка, там 5-7, видимо, неплохо так залепил в хедшот. Так, Трэвис. Пуш имеется. Но здесь флешка, кстати, взлетает довольно-таки плохая под World Edit. Он даже открываться не собирался. Хотя Старикса в ответ забирает. Трэвис с 250-го World Edit забирает. Но, опять-таки, подобрать АВП не удалось ему, поскольку никельбэк находился на контроле этой позиции. Так, ну 3 в 4. В принципе, еще один хотя бы фраг сделать. OneWin будет достаточно, чтобы остаться довольными. По итогу этого раунда выиграть, конечно, даже речи не идет. Поскольку 2 из PA 5-7, сами понимаете, сложновато. Задача. Так, Дамкост. Ну и Кинтер, в принципе, с бомбой в миде. Если у OneWin получится его как-то подзажать, а потом взять на контроле ту самую бомбу. И Кинтер просто стелит по одному всех. И Дамкост последний падает также он от Кинтера. 2-6. Ну и просто. Супер уверенный старт пока что. Дасте втором. Главное не растерять, и не разбазарить все это преимущество, как было у них на карте Train. Когда они вели 5-1, потом по итогу еще и OneWin вперед выходили. Так, ну и сетап на раунд под номером 9 у OneWin аналогичный, как уже делали в предыдущих закупках. Это 3 кольта АУК и АВП для Дамкоста. Причем именно у Дамкоста киты находятся на руках. Так, ну и OneWin очередной раз делают агрессию по старту, которая пока что не очень-то особо эффективно и работает. Там бывают какие-то размены, в плюс там Трэвис, да, под лонгом делал. Но в целом, возможно, даже лучше будет, если... Пассивный дефенс буду демонстрировать, хотя вот Тони Блэка в соло оставляют, и проплех слишком далеко из-за планта будет отыгрывать. Дамкост, бокс будет контролить, Димасик может подставиться сейчас, Димасик. Ешку неплохую ловит по себе, но всего лишь 11 хп снимает, это прям совсем немного. Так, Трэвис. Но выжидают просто какой-либо агрессии
от своих соперников. Но сами понимаете, One Win торопиться-то и не буду. Куда-то лезть. Сколько уже наошибались на целых 6 раундов для атаки. И дальше будет только хуже. В случае чего. Так, Давкост. Вайлендер, 60 хп. Ну, кстати, здесь это просто огромная ответственность сейчас в этом раунде. Якиндер, кстати, он забирает, неплохо реализует свой авик. Но там дали никельбэк. Он уже готов. Не, World Edit готов его принимать также с АВП. Ну и Давкосту флешечку бы накинул Трэвис, но у Трэвиса. Ну, кстати, она есть. Она есть, но World Edit готов был к этой позиции. Старикс, Старикс. Не перестреливает никельбэка, хотя, казалось, там голову видно, но, возможно, разрешение 4 на 3 не позволило ему реализовать свою позицию. Тони Блэк. No chance просто для просто. Точнее, от просто. Здесь, по-моему, шансов не было в этом раунде. Вот, если бы Давкост сделал фраг свой первый и далее бы остался на этой же позиции, принимал одного за другим, то тогда да. Но он решил уже отойти, там как-то сыграть более, как ему казалось, хитро. И, само собой, просто все это прочитали максимально. Ну и, скорее всего, первая половина уже будет в руках у коллектива просто. Хотя, казалось, One Win так неплохо отыграли Мираж. Прям уверенно смотрелись. И так плохо они выглядят пока что на третьей карте. Казалось бы, зачем было камбэкать как бы в эту Best of 3 серию, чтобы потом так безвольно проигрывать. Хотя, с другой стороны, возможно, просто поняли, что вот прям... Ребят, у нас есть отличный шанс сейчас закрыть One Win. И мы, в принципе, себе уже обеспечиваем выход в следующую стадию. Поскольку, напоминаю, это плей-ин. Две команды из трех, по-моему, проходят. Сейчас даже я более точно вам, друзья, все это сообщу. По-моему, две из трех, насколько я помню. Да. Два спота есть. И сейчас, если One Win проигрывают, то в завтрашнем матче, наверное, даже смысла нет. Просто против Немига. Поглядим, поглядим. Не уверен я прям на 100% в этих действиях, которые будут идти по ходу этого турнира. Ну, ожидаем, ожидаем. Пока что медленный раунд демонстрируют максимально, причем просто 40 секунд, они только сейчас будут двигаться. Димасик за плент прокидывает. World Edit подловил уже Тони Блэка. Вайлендер, Димасик минус проклят делает. Старик, Старик по пуле буквально. Вайлендер там пытался выставить, и все замечательно у него сложилось. 2-8, первая половина уже в руках просто. И вопрос лишь, наверное, в том, сколько раундов сверху просто себе заберут за атаку. Так, давайте, кстати, по статье пройдемся. One win. Возможно, там атака прям такая лютая, я их прям тут раскритиковал уже. А парни сейчас какую-то пятерочку в защите возьмут, а потом в атаке как дадут жару. И будет у них все хорошо. Давайте проверим. Так, статс. Трейн. 25% инрейта. Не особо внушает доверие. Плюс чат, если вам внушает доверие. 25% инрейта. Так, ну юникам они проигрывали 13-16. Гамбит Янгстерс 6-16. И 1-16 у Хавани проигрывали. Ага. Юникам One Win, чтобы вы понимали, они проиграли со счета 11-4 они вели. И проиграли 13-16 по итогу. Друзья, тем временем Проплих пытается еще савик как-то отработать. Но Вайлендер забирает Трэвиса. И здесь шансы на победу улетучиваются понемногу. Здесь 9-й для просто должен уже быть просто вот при любых раскладах. Я не знаю, что надо делать Проплиху. Либо что надо делать просто, чтобы отдать раунд дефенсу. Так, ну 2-9. 2-9. И все еще One Win выглядят, ну, супер ужасно. Ну, согласитесь, друзья, это прям... Я игры от дефенса не вижу какой-то слаженной. И у меня вызывает это некоторые вопросики в целом. Очень большие, скажем так, вопросики. Зачем было оставлять ее на Decider, допустим, если вы играете вот в таком ключе эту карту. Плюс чат, кто согласен. Так, а кто последний черкал? Просто Overpass убрали. One Win, Inferno убирали. Ну да, они Inferno, в принципе, залили против Немиги. Наверное, поэтому не хотелось. Ну да ладно.
Так, проплях. Последний падает от Димасика. Друзья, сори, что я тут более, скажем так, такие философские вопросы ушел. Ну, комментировать просто здесь, ну, игру One Win пока что сложновато. Пока что сложновато, поскольку рисунок игры выглядит весьма-весьма блекло. Так, ну что там, пауза была. Вот One Win. Приобретают они себе до 2000, я так понимаю. Пистолеты Старикс на дигле, да. Тут все диглы, я так понимаю, себе будут приобретать. Арморы какую-то раскидку также не заполучат. Так, там Коста. 250 Трэвис на дигле. Окей, 4 дигла бы 250 для Довкоста. Ну, в принципе, Довкосту там денежку надо оставлять на авик. Поэтому все логично. Все логично. Ну и One Win. В идеале, вот прям 9-6 делать счет. Но сами понимаем, что сейчас экономически это уже априори будет слишком сложно сделать. Так, ну что там по коэффициентам, друзья, давайте посмотрим. 1-0-1 на простой и 12-0-8 на коллектив One Win. Даю GGBet. Так, Трэвис ожидает под пуш шорта. World Edit. Так, и Kinder минус Трэвис. Что-то подлаги прям лютые на самом деле пошли. Интернет прям совсем не радует. Ну да ладно. Так, Димасик минус проплях. Уже ситуация 3 в 5. One Win даже особо дамага не нанесли. Только Димасик 49 потерял. И Kinder. Так, Вайлендер минус Тони Блэк. Ну и вдвоем под плентом в целом находились там. Старик ближе уже к Т-спауну. Пытался уйти. У него 32 хп и как бы... Back to fun, говорит ему Вайлендер. Встретимся уже в раунде под номером 13. Ну а пока что 2-10 просто... Ну вот прям классно играют, на самом деле. Меня удивляет, почему просто вот так вот подзалили, скажем так, свой мираж. Который же они сами выбирали. Лагает, добавь оперативку. Друзья, у меня не комп лагает, а интернет. Это никак вообще не связано. Ну, типа, CSGO не самая сложная игра. Не самая тяжелая игра. Жаль, честно сказать, оперативы, я так думаю. Тем более ДДР 4. Ну да ладно. Так. Никельбэк. И Kinder минус Тони Блэк. Уже имеет центрифраг очередной. Ну, One Win. Надо как-то, не знаю, удивлять, наверное, своего соперника. Если вы будете механически делать то же самое каждый раунд, то... Как бы это успеха вам явно не принесет. Тем более сейчас абсолютно пустой бэплент остается. One Win. Даже изначально его не укрепляли. И просто, по-моему, идеально в тайминге входят. Если вот прям до конца сейчас пойдут делать сплит Б. Ну а One Win ничего не останется, как подсейвить, судя по всему, то, что у них имеется уже на руках. Проплях. One Win. Но если вот им повезет и все-таки просто на них выйдут, то там, в принципе, можно цепляться за раунд. Там, по-моему, просто вот прям понимают всю эту ситуацию. Трэвис. Димасика не слышал, само собой. Там особо даже Димасик топа-то не делал. Так, давайте посмотрим, кстати, что по фрагам здесь. Дикиндер. Фраг-лидер 12 на 6. Хотя, посмотрите, вот у Димасика шикарная статистика. 11, 2 на 3. Всего лишь 3 смерти имеет. Это самый минимальный показатель на этой карте. По ДРу. Да, Димасик все-таки топ-1, 101 АДР у него. И далее Вайлендер с Экиндером идут. 95-90, соответственно. Так, ну да, 18 секунде бомба заносится в точку, ставится. 17 секунд оставалось. Там One Win уже ничем не могли противостоять, скажем так. Так,
30 FPS у стримера. Не, ну камон, ребят, вы мне вот прям не верите, да, про... Ну вот с включенным стримом 120 FPS, где показывает. Да. Поэтому я не думаю, что дело в компьютере, все-таки дело в интернете, к сожалению. С этим я вот прям ничего сделать не могу. Сори. Да, Трэвис там подкосил, скажем так, себе немного фрагов под конец, но особо это результата не дает его коллективу. Так, ну здесь уже во все тяжкие просто на самом деле идут. 4-3 плеточки, АВП для World Edit. Ну поехали как бы настреливать. Дабл Дор, Тони Блэк на самом деле только 37 хп теряет. У нас в любом случае здесь у просто денег вагоны, маленькая тележка. Так что могут себе позволить повыбрасывать эти плетки. И даже вот те самые 37 хп, которые они нанесли, в принципе, того стоили в любом случае. Там, не знаю, какая-то лишняя пуля, которая может предрешить исход раунда, уже будет как бы засчитана по старту. Заработала. Так, и киндер. Старикс. Старикс под куш смакет и киндер, но Старикс вовремя прям нырнул, и сейчас затылок киндера должен собирать Старикс. Но это было неплохо, это прям красивый мув был. Ну и просто. 5 раундов до победы. В принципе, вы уже отдыхаете, вы уже уверены в том, что завтра вы пройдете дальше, и можно даже особо не напрягаться. Ребята. Старикс. Так, Старик забирает еще и никельбэк, а Димасик минус Старикс в размен. Но ситуация 3 в 4 вполне-вполне играбельна, конечно, для OneWin. Другое дело, что если сейчас под Б-точку выйдут просто еще и заберут Тони Блэка, то даже условно 3 в 3 разыграть будет сложновато. OneWin, World Edit, какая переводка по проплиху. Тони Блэк один в один разменялся. Ну, 2 в 2, World Edit еще и слышит. Какой фликшот по Трэвису ставит World Edit. Просто красавчик. Еще забирает там Коста. 2-12. Как бы до свидания, команда OneWin. Будете играть уже не на этом турнире, судя по всему. Говорит им World Edit, само собой. Так, 2-12, 2-12. Ну, вопрос лишь в том, наверное, зацепятся ли хотя бы за тройку. Хотя бы за троечку, если зацепятся, то там еще может быть там первая пистолетка, первый девайс, уже там еще 12-8, приятнее камбэкать. Кстати, на этот раз плетки намного больше урона нанесли. У Тони Блэка всего лишь 35 остается. Прям 35 хп карта с ножичком. По старту прям начинаешь возрождать. Только появляешься на карте, сразу у тебя 35 хп. Четко? Четко. Так, one win. Ну, прям дефенс совсем, но безыдейный, как по мне. Так. World Edit. Ну, подпушат просто в бокс. World Edit минус Трэвис. 4 в 4 ситуация. Но сплитом уже просто будут выходить. Шорт плюс длина. Никельбэк. Вайлендер забирает Старикса. Как же все плохо убить. Но с другой стороны, друзья, тут нельзя не похвалить просто. На... Несмотря на то, что так плохо сыграли не карту Мираж. Ну, даже не то, что плохо. Они просто среднее сыграли, да, наверное. Либо OneWin прям хороши были. Я вот не знаю, как это обосновать. Вот ребята на третьей карте прям уничтожают. Прям уничтожают, прям в ноль. Прям, не знаю, видно только один коллектив, который играет. И это не может не радовать фанатов просто, само собой. Ну, жалко Старикса, наверное, что все-таки второй шанс команде дали, и, к сожалению, реализовать для себя он ее не может.
ну, не только он, но свой, в целом его коллектив. 2-13, друзья, давайте коэффициенты чисто уже для галочки посмотрим. Так, ну это уже на завтрашний матч, друзья. Да, кстати, завтра играет у нас Просто. Просто против Немиги. 2-18 на Просто и на Немигу 1-65 дают букмекеры. Так, ну и ожидаем, ожидаем, друзья, старт второй половины. Ну что, есть еще те, кто верит в то, что камбэкнуть-то смогут ребятки из OneWin, пишите в чат. Давайте посмотрим, сколько у вас таких. Тут камбэк будет, я смотрел завтрашний день. Ну вот это жестко будет. Вот это будет жестко. Ждем, ждем, друзья. Так, что там чатик? Верит или не верит? Камбэк не будет. Все, никто не верит уже, я понял. Эх вы! Надо верить до конца в свой коллектив. Хотя, с другой стороны, все-таки OneWin, ну, откровенно плохо даст, играют. Сейчас, по крайней мере. Возможно, что-то изменится. Возможно, что-то изменится вот по ходу второй половины. В принципе, я вот камбэки со счета 2-13 видел один раз. Вот на хорошем турнире в плане, это мейджор, по-моему, был. Или минор. Минор это был. Команда метод против гамбита отыгрывали. Тогда гамбиты вели, по-моему, то ли 2-13, вот, то ли что-то вот похожее в этом плане. Сейчас даже найду для вас этот матч. После пистолеточки, само собой, вкину вам чатик. Так. OneWin. Что же нам на пистолетном раунде продемонстрируют? В целом. Проплех. Ну и киндер здесь прячется прям в смоку. Крысит в смоку. Кто смотрел видос, пишет в чат. Так, Екиндер каких-то головы выдает. Еще и третьего забирает. Просто без шансов, Екиндер! Ой-ой-ой-ой, квадрокилл какой шикарный. Ставит это эйс для Екиндера. Не, ну друзья, это аплодисменты на самом деле. Это прям... Это красиво. Это красиво, Екиндер прям разыграл на батю. Уу! Красота. Красота от Екиндера, друзья. Ну, похлопаем в чате к Екиндеру, как бы. Так, что за игра это была, я сейчас вам скажу. Так, вот, против Гамбит со счета 14-1, друзья. Со счета 14-1. Камбэкали методы. Кстати, Давкост, энтрифраг находит по World ID. Тут пока что авик не работает, Давкост еще и Киннера забирает. А что произошло? А что произошло у нас здесь? Пока что ответный раунд, судя по всему. Хотя ХДшка под ноги Давкосту не залетает. Димасик тем временем уже делает даблкил в этом раунде. Тони Блэк выходит по точку Б, но здесь никого не присутствует из стана Просто. И Тони Блэк имеет хороший шанс сейчас Вайлендера подловить, с чем он успешно справляется. Из-за сена, из-за машины отыграл. Так, ну Никельбэк с Авиком. С Авиком пытается через окно ворваться, куда только ему позволяют. Тони Блэк. Так, Тони Блэк. Ну, двери. Неужели не чекается дверь? Никельбэк там посматривает. Но, да, все-таки Тони Блэк сумел разменять. В идеале ему бы сейчас поставить бомбу и потом как-то завик еще ухватиться. Вот прям совсем красота будет. Давкост. Ага, через темку будет открываться Димасик. Ну, 65 хп, в принципе, это на один выстрел. Как раз Давкосту, и в случае чего релодится Тони Блэк. Не самый лучший вариант для себя планетайминга выбрал, но все-таки справляется его зато тиммейт. 3-14, и вновь OneWin выигрывает форс после проигранной пистолетки. Зевс, научи своего игрока не убивать дедов. Жестко, жестко. Так. Но помнится мне, кстати, в первой половине тогда просто форс проиграли и потом форс взяли в ответ. Вот возможно, вот мы просто смотрим повтор. Ребят, это повтор, это запись с 2047 года. Из будущего повтор, если что. Так, 4 лонг. Изначально просто пытались отыграть, понимают, что
никого там не присутствует. Ну и One Win разыгрывает простой такой сплит Б. Тоди Киндер минус проплех. А вот вам и простой сплит Б, который сейчас может стать огромной проблемой для игроков атаки. Старикс и Трэвис спиной уже находится к своим визави. Трэвис. Тимасик забирает Старикса. Никельбэк минус Тони Блэк. Что за проблемы? Что за пожар в рядах One Win? Просто в одну секунду посыпались. Просто в одну секунду. Просто никто не погиб. 4 девайса подобрано. И как бы 12 мап и матчпоинтов для коллектива просто. У меня все еще в голове аплодисменты Якиндеру, когда он эй сделал. Это прям было хорошо. Это прям было хорошо, на самом деле. Так, там же... Да, Якиндер делал эйс, проверял я, проплех, Трэвис, еще по фрагу делают. Вот вам и вновь ситуация 5 в 3 для атаки. Слушайте, ну борются до конца, One Win, по крайней мере, ну пытается играть, как бы. Почему бы и нет, да? Зачем сдаваться, если можно не сдаваться? Все логично. Никельбэк, Трэвис забирает еще Якиндера. Ну здесь за дверью не читал он Никельбэка, но Никельбэк слишком рано начал настреливать. Тем самым выдал свою позицию, да, в хвост, замечает Димасика. Здесь Трэвис... Уже трипл килл настреливает. Неплохо действует этот парень. Но Боба будет заноситься по точку А. И последний в живых. Это Никельбэк. Слушайте, а денег все равно нет. 4 девайса же подбирали просто, а денежек нет. Ну, потратились на арморы, на гранаты. В принципе, это понятно. Да в космос. Никельбэк 4-15 счет. В нулину просто One Win забирает этот раунд. Ну, тем забавнее это, наверное, все смотрится для нас. Так, ну ожидаем, ожидаем, друзья. Что же у нас еще One Win покажут? В этом раунде, да, в косминус World Edit. Ну, кстати, просто посмотрите, они зафорсили на все деньги. И потенциально сейчас One Win даже на шестерочку могут выйти. Прям не отпускают нас эти парни с этого матча. Прям хотят, чтобы мы наслаждались СНГ КСом еще. Хотя бы парочку раундов. Прикиньте, камбэк 15-15 и 4 пар допов просто залетает. Это прям будет сильно. Это будет сильно. Так, да, в кост. Тони Блэк, Димасик, Вайлендер. Тони Блэк должен, конечно же, принимать. Да, минус Вайлендер. Слушайте, вот начали бы One Win, возможно, за сторону атаки. Вот, возможно, было бы совсем все по-другому. Но есть как есть. Кстати, а кто ножи выигрывал? В чате, кто следил, скажите, плиз, кто выиграл ножи на этой карте. По-моему, на третьей ножи всегда играются. Насколько я помню, на Десайдере. Так, вот, смотрю, тут разминка, разминка. Ага. Ножи, кстати, друзья, выигрывал коллектив One Win, чтобы вы понимали. И они выбрали себе как раз сторону дефенса на Дасте, который успешно провалили. На новом патче играют. Да, вроде да, на новом. Так, ну Никельбэк с Димасиком вдвоем остается. Кстати, по точку Б выходит. Никельбэк имеет хорошую возможность сейчас поселить Старикса. 10 секунд на таймере. Никельбэк. А если не даст бомбу поставить, а Никельбэк, а Никельбэк, а Никельбэк не залетает, последняя пуля просто. Ой-ой-ой-ой-ой, как это было близко для коллектива просто, чтобы уже сейчас завершить этот Best of 3 матч. Но подсейвил своего тиммейта. 5-15, 10 мапоинтов остается у просто, сейчас последует экономический раунд. Судя по эмкам, это новый патч. Да, новый патч, конечно, по 2900. По 2900 тратят парни. Так, Тони Блэк с Давкостом. Но здесь шансов, сами понимаете, просто нет. Потому что особых экономических вложений они не делали. Хотя вот Димасик потратился на армор с диглом даже.
Хотя, возможно, понимает, что там лос-бонус вполне неплохой должен быть. Хотя всего лишь два раунда, третий будет. Как бы, ну, соу-соу-соу. Не знаю, даже стоило ли закупаться 1200. Хотя, возможно, у него есть в планах какую-то фармилку себе взять, либо ФМАС. И тогда будет ему предостаточно всего этого. Так, Трэвис. Минус Димасик. Окей, 6-15. Юсп видно было? Давкост, спрашивает его. Якиндер? Ага, отвечает Давкост, друзья. Как вам такие вот? Найс игра. Немного я не понимаю, о чем у них речь идет. Видимо, там кто-то кого-то заметил. Там, где не должен был. Ну что, закупочка для Просто. Появляется ВП для World Edit'а. Старикс накидывает гранатки. Но здесь пуш мида, судя по всему. Вот, One Win, Никельбэк уже принимает с World Edit'а. Там по фрагу делают. World Edit. Ну, может еще принять сейчас в пикселечек-то еще кого-то. Хотя не самый лучший тайминг для себя ловит. Тони Блэк забирает Димасика. World Edit. Так, ну 3-4. 3-4, One Win. Насколько близки к поражению еще, наверное, давно не были. Ну да, целых последних там пару раундов. Так, Тони Блэк не сумел перевестись на Якиндера. Хотя казалось, там, он его ловит, Якиндер врывается с ноги просто еще на проплиха. Ну и последний Давкост остается в живых. У него АВП на руках, бомба есть даже три гранаты. Но сами, друзья, вы понимаете, что это сулит лишь тем, что просто одерживают верх над своим соперником. И проходят, судя по всему, следующую стадию из Салман Рио. Поскольку завтра будет матч уже просто не мига, и который абсолютно ничего не решает. Возможно, там, кроме посевок, там, кто с первого, кто со второго места выйдет, но как-то я не думаю, что команды особо будут мотивированы на победу в этих матчах. Хотя, возможно, как неплохой официальный праг, почему бы и нет. Ну окей, Давкост тем временем. 1 в 3 уже остается. 35 секунд на таймере. Давкост. Да, Якиндер ставит точку в этом раунде. Счет 16-6, друзья. Всех поздравляю, кто ставил на коллектив просто. Не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Те, кто ставил на One Win, все-таки это CSGO. Это ставочки, бывает всякое. Но в любом случае, друзья, спасибо, что смотрели. С вами была студия Maincast. У микрофона был TheDice. Рад был для вас комментировать. Надеюсь, вам это все понравилось. И уже услышимся завтра примерно в 11:30, насколько я помню. Или в 12:30. Да, в 12:30 просто против Немига будут отыгрывать. Да, всем хорошего настроения, всем хорошего вечера и пока-пока.